Один человек погиб, и еще трое получили травмы в ДТП, которое произошло в поселке Песковка Мутнинского района. Там женщина-водитель мотоцикла врезалась в опору ЛЭП. Подробности в рубрике «Место происшествия». Напоминаем, материал имеет возрастное ограничение 12+. По данным ГИБДД, авария произошла в субботу в 7 часов вечера. 43-летняя женщина на мотоцикле не справилась с управлением. 43-летняя женщина, не имеющая права управления транспортными средствами, управлявшая мотоциклом Миш Юпитер 5 без госрегзнаков, по предварительным данным, не справилась с управлением и совершила наезд на опору линии электропередач. В результате происшествия сама женщина погибла. Три пассажира, мужчины 83-84 годов рождения, получили тяжелые травмы, с которыми были госпитализированы. Сейчас по факту смертельного ДТП проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В минувшую субботу ночью в Киров из Москвы доставлен подозреваемый в мошенничестве при обмене валюты в Кировском банке. Напомним, 6 июля на улице Преображенской злоумышленник попросил обменять 5000 евро. Сотрудница банка передала мужчине 351 тысячу рублей, но тот заявил, что наличные ему не нужны и попросил сделать безналичный перевод. Кассир посоветовала ему обратиться в главный офис. Тогда злоумышленник отдал рубли обратно, попросил вернуть ему евро и ушел. Уже после его ухода при пересчете купюр сотрудница банка обнаружила, что не хватает 150 тысяч рублей. Злоумышленник незаметно отщипнул банкноты до того, как вернуть кассиру. По данным полиции, так мужчина поступил предположительно еще в Ижевске и в Санкт-Петербурге. На улице Щерса водитель «Опеля», выезжая из парковки супермаркета, не заметил автомобиль с регистратором. Как выяснил виновник ДТП, машину с камерой он не увидел из-за иномарки Renault Logan.